Друзья, всем привет! У нас сегодня открытие на большой воде. Такое пространство. Круто. Только дождь вот с самого утра идет. Ну, будем пробовать. Посмотрим. Я думаю, мы рыбу поймаем. Вот так. Итак, друзья, поймал я уже своего первого окуня. Такого не сильно крупного, но нормального, как по зиме. Выпускаю его в другую луночку. Пускай плывет. Все, уплыл. Так, друзья, первая поклевочка была на вот такую мормышку и на два мотыля. Сейчас продолжаем. Посмотрим, что тут у нас еще есть в луночке. Погодка такая, дождик идет, но уже проехали такую длинную дорогу, будем рыбачить. Надеюсь, рыбка нас порадует. Мы и прикормку приготовили, если найдем, закормим место. В общем, будем смотреть. Есть очередная рыбка, приятная, приятная. Ох, какой окунь, смотрите, ребята, какой красавец. Приятные окушки ловятся, вот такие. Мормышечка, бананчик работает, вот такой. Ну, приятный по зимним меркам, будем продолжать. Прикольно так, я мормышечкой по дну постучал, и он сразу бахнул. Далеко так мы сегодня выбрались от дома. Немного боялись, что может будет лед слабенький, а расстояние очень приличное, но приехали, лед неплохой. Рыбка клюет, я уже три окуня поймал, два таких неплохих окунца. Один поменьше. Будем ловить. Вот только жаль, что дождик мешает. Посмотрим. Надеюсь, и бонусная рыба будет. Стучим по дну. И делаем проводочку над самым дном. Наверное, съел мой мотыль уже. Есть. Есть. О, первая плотвичка. Круто. Круто, друзья. Смотрите, с одной лунки какая разная рыба клюет. Один окунь, один ёршик и одна вот такая небольшая плотвица. Ой-ой-ой. Друзья, только что клюнула плотвичка. Думаю, сниму вам, поймаю еще одну. И тут, как всегда, только камеру включаю и начинают ерши клевать. Капец. Рыбалочка классная получается, но вот только дождь очень мешает. И камера мокнет постоянно. Да и самому рыбачить не очень комфортно. Но рыба клюет неплохо. Как для открытия, так вообще. Думаю, в следующий раз будет получше. Ребята, смотрите, какая красота. Вот на таком водоеме мы
открываем полноценно свой зимний сезон. Под берегом лед хороший, а вот дальше там нужно быть аккуратным. Только что мужик провалился, доставали веревкой. Так что если идете на лед, будьте аккуратны и лучше все-таки делать это с компанией. Вот такие, друзья, попадаются малыши. Не знаю уже, сколько десятков я их поймал, но так как давно на льду не были, то прикольно все равно. Есть, друзья. О, хороший окунек, смотрите. Так ударил, такие они сильные здесь, это просто капец. На два мотылыка взял. Красота. Быстренько. Вот скушал мои, не дал на крючку оставить. Быстренько надеваю и будем продолжать. Красота. Ой, друзья, смотрите какая. Классная рыбка. Ух, и скользкая. Блин. Есть. Ай, сход, сход. Сход. Снял мотыля моего. Сразу на опускание был ударчик. Может, я нашел немножко стайку, скопление рыбки. Сейчас такой хороший крупный мотыль повешу. Два штучки сразу. Так. Опускаем. Опускаем, опускаем. Начинаем играть. Очень хорошо работает вот так пару раз постучать по дну. Окунь слышит звук удара и начинает собираться на точке. Есть. О, хорошая рыбка. Ох, какой красавчик. Даже не знаю, в лунку пролезет. Я маленькую луночку сделал. Блин, не пролазит в лунку. Ох, друзья, смотрите, какой красавец. Вот это уже размер, я понимаю. За ладошку такой конкретно, смотрите. Какой красавец. Я конкретно так постучал по дну, и он как дал, как на балансир, знаете, клюет. Ой, красавец, друзья. Очередной окунь. Ну, так интересно он берет, конечно. Такие вот, размерчик классный, как для зимы. На один мотыль не хочет. Вешаешь пучок, стучишь по дну и начинает брать. Прикольно. Совсем высоко не поднимаю. Клюет прям возле дна. Пару раз постучал и возле самого дна работаю. Поклевки практически на каждом опускании, но наверное, мелкая рыбка подошла. Не засекается. Вот такие пацаны тоже часто попадаются.
Это, конечно, лунка испорченная, если там такая рыба. Ой, капец. Клёв, конечно, хороший. Поклёвок очень много, но дождь немного мешает рыбачить. Но как для открытия, то уже неплохо, я вам скажу. Неплохо мы уже поймали. В следующий раз уже будем знать, лучше подготовимся, и будет интересней. Очень много я поклевок не снял на камеру, так как батарея быстро садится. В следующий раз буду с собой брать зарядку и буду уже снимать полноценно рыбалку вам, а лучшие моменты вырежем. Ну что, ребята, мы уже на втором озере. Такое вот огромное озеро. Рыбы поймали очень много. Но вся рыба мелкая, размер очень мелкий. Только пару крупных таких окуньков попалось. И все, поэтому я и камеру не включаю. Основной размер рыбы, как спичечный коробок, но клюет хорошо. И такая ситуация уже на втором водоеме. Еще немножко половим и, наверное, домой. А вот уже на следующую рыбалку будем серьезно подготавливаться. И, надеюсь, найдем уже крупную рыбу. Все, ребята, закончили мы рыбалку. Туман вот такой лег под вечер над водоемом. Нормально, можно сказать, порыбачили. После спиннингового сезона приятно половить рыбку такими легкими снастями, повываживать ее за леску руками, даже маленькую. Очень много мы маленькой рыбы поймали, но я просто ее не снимал. Надеюсь, следующая рыбалка будет уже получше. Все, всем пока!